Ну, вообще, родом из Днепропетровска. Днепропетровск – это город, который всегда славился своей школой фигурного катания. Опытный фигурист, 24 года ему. И в 2014-м он уже собирался менять гражданство, и тогда была договоренность, что он будет выступать за Азербайджан. Он ушел на карантин, год, да, при смене гражданства нужно выдержать, а в итоге вышел из этого карантина фигуристом не Азербайджан, а Польшу. Так бывает. Что-то совсем хода нет. Ну, вообще, просто с места попытался. И сразу видно, что этот элемент ему дается непросто. Когда спортсмен заходит с большей уверенностью, то и даже если падает, то видно, что он этот элемент делает на тренировках и не задумывается. А тут вот видно было, что есть опасения. Элемента он чистый толково не сделал. Даже каскад 3-2, ну как бы это несерьезно. Есть тройной лут с приземлением в две ноги. Вообще, честно говоря, как-то последние фигуристы, которые сейчас перед нами выступают, выбирают такие музыкальные фрагменты, ну, прям для показательных, а не для соревновательных программ. Ну, вот, Дмитрий, да, сколько вот сейчас за последнее время перед нами прошло вот такие...